Спогади про випускний вечір повинні бути найяскравіші. Хоча чомусь далеко не у всіх є що згадати. Саме тому у вечір випускних артисти завітали на шоу «Мафію», щоб показати, як треба відриватись. Спеціально для випускників артисти зібрались на вечірку шоу «Мафія», аби підтримати їх і поділитись власним досвідом. Я лично на свою випускную сбежала вообще полностью от своего класса с любимым мальчиком, который мне там нравился. Сбежала, потому что мне как-то было скучно с классом своим. Они там какие-то все понапивались, кто-то даже ноготь у кого-то сорвало, кто-то танцевал, кровь шла, текла. Девочку, которая, в принципе, отличница, выносили. Надо, наверное, иметь просто хорошее настроение, поменьше пить и курить, чтобы это запомнился вечер. Это самое главное. Да, и все. Вообще все. Ничего не будет. Да, да, да. Не надо, не надо. Никаких воспоминаний. Не нажирайтесь одним словом. Ну, мой выпускной на всю жизнь мне запомнился, потому что мой папа весь выпускной сидел в кустах и смотрел, чтобы Жаки ни с кем не целовалась, ни с кем не обнималась, ни с кем не флиртовала, вообще ничего. Вот. На самом деле выпускной, как и все события в жизни, должен пройти так, как чувствуешь. Должно все в жизни делаться от сердца и от души. Тогда ты будешь счастлив, это я знаю точно. В любом случае, этот день запомнится. И не важно, сколько алкоголя при этом выпито. На собственном примере мы об этом узнали, потому что у нас выпускной был проведен без единого глотка алкоголя, наверное, потому что у нас был запрещен, у нас был такой сухой закон в классе во время этого мероприятия. Ты просто не знал о той тайной комнате. Тайная комната! Сделать максимум для того, чтобы весь класс в итоге остался дружным, и чтобы они помнили всегда друг друга, чтобы они собирались и с радостью видели друг друга, а не так, как приходит время встреч после выпускного, 2 года, 5 лет, 10 лет, и они так уже не особо желая друг друга видеть, не особо желая знать вообще, кто чем занимается и так далее. Очень хочется, чтобы это была, оставалась такая большая семья, которая провела все детство вместе, и чтобы память у них была только позитивная. Найяскравіший сценарій випускного, звичайно, у ваших руках. А Діма Коляденко пропонує свій алкотрешовий. Випускной – самый яркий сценарій. Это, конечно, напиться. Это, конечно, гулять всю ночь и купаться в фонтанах. Как все, так и должны все дети делать. Конечно, когда напились, когда погуляли, когда покупались в фонтанах, все в ссоре бабушку. На вечеринку шоу-мафия, эй, а потом вас покажут по телеку, по этому каналу, по Music Box. Будьте счастливы! Боже мой, какая красивая девушка!